Если вы ищете себе телевизор, смартфон или какую-либо технику, то рекомендую вам использовать e-каталог. E-каталог – это многофункциональный сервис, который не продает товары, а помогает людям определиться с выбором наиболее выгодного предложения. Описание, технические характеристики и многое другое ждут вас в e-каталог. Выбирайте товары с умом. Так, леди и джентльдворф, и синяя бутылка мне сейчас делает шаманом-королем. Мне нужна она, мне нужна... Так, это из другой оперы. Поехали. Да! Шаман-король! Только он здесь, и бутылки! Так. Просто не то чтобы я знал, что вы приедете синяя, просто с бутылками я на «ты». Как бы ты сел. И я запел! Так, может клип сделать? Сейчас клипы модно делать. Я вот сидел и думал, какие же есть офигительные плюсы у тыквовина. Знаете, я все-таки был неправ, тыквовина это реально клево. Во время тыквовина ты можешь стать кем угодно. Например, ты можешь стать шаманом и поиграть его картами, будучи чернокнижником. Если, конечно, ты такой же тупой, как я, не знал, как переключаются эти гребаные классы. Поздравляю, теперь ты настоящий шаман! Круто! Ну давай подумаем, какие же из этого плюсы. Теперь твой пьяный отчим не сможет докопаться до тебя, потому что когда он поедет на завод, ты, бубна, можешь вызвать шторм! И если прокнет, конечно, то его может жахнуть молнией. Правда, есть одно но. Если у него больше 4 хп, то тебе понадобятся тотемы, а именно... Тотем на силу заклинаний, синенький который. Как его использовать, ты сам знаешь. Но если не сработает, то ты всегда можешь превратить его в лягушку топдеком. Ква. В общем, тыквовин это клёво. 17 мгновений весны и битва с Максом 12 сантиметров за 9-ю победу. Кабалка. Сейчас из кабалки достает нового героя. Как его? Как это? ДК. Забыл, как называть, прикинь слово. Не приходило. Ах, уж это! Ой, старость. Не радость. Вау! Блин, я все хочу сделать комбинацию, знаешь, жрец, ставишь аукинайскую шаболду. И вываливаешь вот это вот неистовое запретное исцеление прям в лицо оппоненту, прям. На двадцаточку. Ну, ну шо, пацаны, аниме? Я бы мог это и валю... Нет, ну шо, пацаны, Джараксус. Из кабалки. Обожаю тыква... Да ладно, все равно проиграл. Из кабалки. Охереть. Ну шо, пацаны, Джараксус? Я ничего не боюсь. Нет. Я ничего не боюсь, кроме мышей. Это типа ты меня боишься? Типа я крыса... О, у него, подожди, у него другой тыквовин будет. Покажи, покажи, он сейчас сдастся. Круто, интересно, какой у грёбаного Рагнароса. Огненный тыквовин какой-нибудь, да? Макс, у меня-то больше, чем 12 сантиметров получается. А?